здраво. В Крыму местные активисты собрали мусор с территории общественных мест и сгрузили эти самые кучи под двери домов чиновников, которые отвечают за эту самую уборку мусора. В связи с этим было возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц. Вы не имеете права. Это самосуд! Любопытно, что именно глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что если главы муниципалитетов не решат проблему незаконных мусорных свалок, то он сам готов вывести мусор к домам нерадивых чиновников. И даже штраф готов заплатить, лишь бы научить уму-разуму. И вуаля! Некоторые сами не знают, чего пожелать. Мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторнинского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации города Белогорска Вячеслава Курбанова. Что, конечно, чиновников совсем не обрадовало. Не надо устраивать из действительно полезного мероприятия «Годы экологии» устраивать цирк. Цирка мне вполне хватает в жизни. Но на такой цирк народ, кажется, посмотреть и рад. В интернете пишут, мол, по делам, в следующий раз будут лучше работать. Но не знает у нас народ принципов гуманизма. Что теперь, и плохие дороги будем выкладывать у домов власть имущих? Так они тогда вообще на работу не выйдут.